Сотни детей ежедневно пользуются муниципальными школьными автобусами. Их в Ленинском городском округе 3. 2 возят ребят в Молоковскую школу, 1 в Калиновскую. За техническим состоянием транспортных средств тщательно следят, а перед зимним сезоном их осматривают сотрудники госавтоинспекции. В частности, проверку наличия зимних шин. Потому что в зимний период, декабрь, январь, февраль, должны быть автомашины укомплектованы зимними шинами обязательно. Ну, также в них рулевое управление, тормозную систему, внешнесветовые приборы, тахографы, ГЛОНАСы. Школьные автобусы имеют ряд особенностей. От обычного общественного транспорта они отличаются ярко-желтой расцветкой для привлечения внимания других водителей и наличием на крыше оранжевого маяка. В салоне у таких автобусов обязательно установлены полки для личных вещей учеников. Детский школьный автобус, он передвигается только по своему маршруту, не может ни отклоняться, ни изменить маршрут он тоже не может, даже если пробка там какая-то, как некоторые водители там по Яндекс.Навигатору. Вот, и все они должны быть оборудованы ремнями безопасности, потому что дети обязательно должны быть пристегнуты при поездке. В каждом ряду сидений находится кнопка связи с водителем. На тот случай, если в салоне у детей что-то произошло, и об этом им надо сообщить взрослому. Ведь передвигаться по автобусу во время движения запрещено. Все школьные транспортные средства в Ленинском городском округе относительно новые, поэтому замечаний выявлено не было. У нас техобслуживание каждые 6 тысяч по регламенту. Это очень часто. И у нас не может ничего сломаться. Шины в автобусах уже поменяли, установили зимнюю резину, огнетушители и аптечки в наличии. Сотрудники госавтоинспекции резюмировали – транспортные средства готовы к сезону холодов. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ирина Кошелева, Видное ТВ.